Всем привет и, наконец, обещанный обзор дома внутри. Вот еще раз напомню, это у нас вход в дом. И сейчас мы пойдем в сам наш дом. Так, это наш вход в дом. На входе у нас обычная дверка. Вот такая вот дверка. Дверь железная. Резинки уже немножко промялись, плохенькие. Пропенено, поставлено за место старой двери. Снизу резинка ухудшилась. Сегодня я ходил, покупал уплотнитель для того, чтобы поставить его вниз, чтобы нас не поддувало. Вот так это выглядит. Здесь у нас холодная кладовка, в которой мы сейчас храним наши продукты. Так. В этой кладовке мы сейчас храним наши продукты, всю нашу еду. Пока так, потому что холодильник мы до сих пор не купили. Как только купим холодильник, сможем сделать нормальный холодильник. Здесь вот, например, кинчики остались различные. Люди любили вино, видать, и просто выпить. Осталась посуда, супница клевая. Супницу мы будем использовать под суп. Вторая есть супница. Так, в принципе, здесь все, наверное, интересное. Еще какие-то салатницы здесь есть, баночки. Вот это вот, я не знаю, что это такое, но очень интересно. Похоже на воск. Пахнет. Ничем не пахнет. В общем, надо использовать стаканы. Куча стаканов, мы столько не пьем. Закруточная машинка, закаточная. Здесь такие вот горшочки есть. Мы их, наверное, будем куда-то использовать. Или продадим все на Авито, эти горшочки. Это у нас остался урожай. Лук. Лук-порей. Мы его едим понемножку. Правда, стебли уже все высохли. Раньше были зеленые, когда я их только собрал. Но уже осталось не очень хорошие стебли. Картошку мы лежим, купили на рынке овощном. Наши заготовки, которые мы сделали сами. Стол с продуктами. Немножко осталось зелени. Это перцы, которые я собирал в последний момент. Редиска, острый перец. Наш. Так, наша тыква. И здесь есть обувь. Обувь я хочу немножко отшлифовать, как и предыдущую, и попробовать выставить на продажу. Может быть, ее купят. Не знаю. Хотя бы рублей за 500, чтобы она ушла. Мне она, потому что не нужна. Вот и вся наша кладовка. Тоже из нее поддувает. Щели у нее большие, вон видно щели, поэтому я сегодня буду заделывать эти щели после того, как сниму видео. Эту часть мы будем утеплять, вероятнее всего здесь вот поставим мы дверь, вот здесь поставится дверь у нас, точно такая же. А вот эту часть стенки мы все будем сносить. Эту дверь мы заделаем, это вход в дом. Здесь, потому что у нас зона кухни, сейчас я покажу, как это все там внутри выглядит, и у нас здесь будет просто большая кухня. И двойная дверь будет, чтобы не было холодно, потому что здесь тоже утепление, которое я буду делать, оно бесполезное. Ну, как польза, конечно, от него будет, вот здесь щель, но считаю, что это на улице, потому что у нас холодильник, все. Сверху я положил полотенце, потому что, ну, холодно, задувает ветер холодный. Недавно привезли мы стиральную машинку, установили. Теперь у нас есть стиральная машинка, но она как будто бы стоит не очень ровно. И когда стирает, сильно трясется пол. Сегодня мы поедем к родственникам и возьмем, наверное, у них уровень. И будем выставлять ее по уровню, чтобы было более-менее ровно и нормально работало. Купили сегодня гофрированный шланг. У стиралки очень короткий шнур. Вот, я говорю, что у меня в доме пахнет что-то в каком-то из видео. Вот там это оказалась пахнущая деталь. Это слив, я его заделал, будем ставить сегодня тоже шланг. Тут у меня стоит вино, которое я делал. Здесь уже литров, наверное, около 30-40. 40 где-то, наверное, литров вина. Еще литров 10 на подходе. Когда все сделаю, уберу в погреб. Это наш сундук, который нам достался от предыдущих хозяев. Мы его пока никак не используем, просто стоит бочка, в которую я делал вино. Ну и сама наша ванная. Здесь еще надо ставить, естественно, шторку, чтобы можно было нормально, спокойно мыться. По-хорошему еще надо вытяжку делать, потому что влажность скапливается, когда сильно топим. Батареи у нас обычные, старого образца. Переделать мы их не планируем пока что.
Бойлер на, по-моему, 30 литров. В принципе, для того, чтобы помыться на двоих, хватает. Мы его включаем, когда нужно. Сейчас заказал электрическую розетку для бойлера, чтобы у нас не расходовался подряд электричество, потому что оно дорогое. И пока что отключаем и выключаем сами. Так. Так, теперь идем в дом. Это наш вход в дом. Здесь я дверь тоже строгал. И вот здесь вон видно огромные щели. Купил уплотнитель, опять же, сегодня для дверей. Буду его ставить. Вон здесь вообще палец пролезает туда. Печально. Не обратили внимания, когда покупали. Так, идем в дом. Так, дом. Дом у нас. Вот это у нас дом наш. Вход. Здесь у меня мой инструмент лежит немножко, наша зимняя обувь. Тряпочку положили, чтобы пока что не поддувало, потому что сильно задувало снизу. И вот сегодня съездили за уплотнителем. Надо пропенить еще будет, либо здесь замазать чем-нибудь, либо затыкать, чтобы щелей здесь не было, потому что очень сифонит сильно, холодно. Стенки у нас, как и потолок, поклеены обоями. Очень креативно. Наверное, хозяева старались, вырезали. Даже дверь поклеена. Это хорошо, что косяк не поклеили. Вот, на полу линолеум, обычный старый холодильник Атлант, вроде бы у нас, да. Морозильная камера, которая нам досталась от хозяев, по-моему, за 2 или за 3 тысячи рублей, не помню уже точно. Обеденный стол. Так, пока что в кухню мы не пойдем. Вот, кстати, наша посылка, которую мы сегодня получили, сходили. Посылка 12 килограмм весила, нес ее на себе за, по-моему, 2, что ли, километра. Плюс рюкзак у жены. Так, идем в нашу будущую спальню. Здесь сейчас икона Николая Чудотворца. И здесь икона Николая Чудотворца. Так, здесь мы планируем сделать спальню. Пока что у нас здесь гардеробная. Шкафы все убираются. И здесь у нас получается будет либо раздвижные дверки сделаны, либо просто будет типа занавесочка и открытое хранение. По толщине этот стеллаж у нас будет примерно вот от стенки до сюда. То есть, в принципе, достаточно толстый, ну, широкий, и вещей нам хранить хватит вполне. Потому что сейчас у нас даже вот как бы вещи накиданы, но здесь буквально ни о чем. Много пустого пространства. Мы их просто размазали, можно сказать, по полкам, можно будет более нормально разместить. Ходили сегодня, смотрели матрас, чтобы под эту комнату он помещался. 160 сантиметров выбрали. Стоит он будет нам 1016. Это только сам матрас. Достаточно дорого. Мы рассчитывали 1000 на 8-10. Увы. Пока что будем спать на своей кровати. Как-то так тоже. Но все потихонечку, помаленечку. Пол надо равнять. Здесь пол кривой. Я не знаю, видно на видео, не видно. Но перепад высоты примерно сантиметров 5-6 точно есть. То есть от того угла до этого угла сантиметров 6 перепада высоты надо выравнивать. Косяки, слава богу, пока что еще нормальные, ничего не покосилось. Так, это наша центральная комната, где мы сейчас спим, работаем, живем. Так. Это картина, которую я, кстати, рисовал в Питере еще, это картина хозяев. Здесь все более-менее нормально, стенки более-менее ровные, потолок белый. Комнату мы хотим перекрасить в белый цвет. Пока что она останется таким цветом. Когда займемся ремонтом, соответственно, перекрасим ее сам в белый цвет. У нас будет стенка белая, белая, белая. Здесь будет типа под кирпич сделана стенка. Здесь будет у нас зона отдыха, стоит светильник, столик и два стульчика, либо кресла. Этот диван мы планируем убрать. За место него у нас будет, наверное, здесь тюфяки лежать, либо маленький диванчик, который нужен будет для просмотра кино. Кино на проекторе. Вот это наш проектор. Проектор достаточно большой, сам проектор стоит здесь. Колонка с колхозина, не помню из чего, уже там сделана, где-то заказывал детали с Китая. В принципе, здесь достаточно тепло. Мы уходили, батареи оставляли включенными. Сожгло не так уж и много электричества. Потом как-нибудь видео расскажу, сколько у нас сжигает электричество и газа за то, чтобы отопить дом. Мое рабочее место, наша спальня пока что. В принципе, помещанием всем. Здесь, кстати, на диване 140 сантиметров. 160 решили взять с запасом, чтобы почувствовать себя царями. Так, рабочий кабинет моей жены. Дом у нас небольшой, все верно. Рабочий кабинет моей жены.
Обустроили здесь место, кушетка, на которой она отдыхает. Планируем в дальнейшем здесь сделать детскую. Здесь у нас будет двухъярусная кровать стоять. Будут детки спать. Здесь у них будет рабочее пространство. И здесь вместо этого старого серванта мы, наверное, мы здесь сделаем тоже стеллажи. Потому что стеллажи мне нравятся. Они занимают меньше места и более функциональны, чем просто шкаф. Зеркала я не очень люблю, но мы, наверное, одно зеркало ставим. А этот сервант или шкаф, мы его, наверное, продадим, трюмо это. Или отдадим кому-нибудь. Потому что сначала мы хотели его оставить, а потом подумали, зачем он нам нужен. Нефункционально, красиво, но не функционально. У нас не такой уж большой дом, а хотелось бы, чтобы все было функционально. Так, ну и, соответственно, икона Николая Чудотворца, которого мы занесли в дом по просьбе моей мамы. Она у нас стояла раньше в гараже, охраняла нас, наверное, от злых духов. А теперь мы храним ее в доме. Пока что там, потому что у нас нет нигде ни полок, как вы обратили внимание, ничего. И красного угла в доме тоже нет пока что, поэтому храним их так. Так, идем теперь на кухню. Покажу я вам, что с кухней у нас происходит, как это все выглядит. И что мы там хотим сделать. Сейчас я свет везде выключу. Так. Кухня наша. Наша кухня. Жена тут уже успела пораспаковать немножко продуктов. Собираемся делать майонез. Решили, что майонез покупать так дорого, будем делать самостоятельно. Мазик мы в целом любим. На хлебушек его постоянно мажем. Поэтому сделаем сами лучше. Так, кухня, мойка. Мойка обычненькая, старенькая. Там же у нас под мойкой находится кран. Выход под воду сделан, чтобы можно было... Вон там вот запенен под воду, чтобы можно было летом поливать или зимой набирать баню. Вот. Так. Мойку менять будем. Мойка мне не нравится. Сегодня купил прокладки на кран, ремнабор для смесителя, потому что он протекает, плохо закручивается. Будем ремонтировать сегодня тоже. Дело дофигища. Одним словом, наш обычный стол. Стол мы этот сносить будем тоже. Подчастую. Здесь будет тоже опять у нас сделаны полочки. Они будут идти вот ровень от подоконника и примерно вот до сюда. Сделаем мы это для того, чтобы было больше у нас свободного пространства для маневра. И можно было более комфортно все разместить. Ну и потому что мы в шкаф-то просто не дотягиваемся, он длинный, нам неудобно ползать за него. Так. Здесь у нас хранятся всякие сухофрукты, сухари, яблоки. Что-то там еще не помню хранится. Здесь у нас кофе, чай. Наш газовый котел, который сейчас работает без насоса. Обычно мы включаем еще насос, чтобы он прокручивался. Так, вот сейчас он выключен, вот розетка здесь. В принципе, эта батарея горячая, то есть он сейчас самотеком все это делает. Горячая вода поднимается и прокручивается по трубам, и холодная поступает туда снизу. В принципе, раньше работал, но и сейчас мы оставили пока что так. Пока работает. Медленно очень крутится, видно, вот здесь очень медленно крутится. И, в принципе, пока мы отсутствовали, это примерно часов 5 назад, соответственно, это я снимал, смотрел видеопоказатели, было у нас на 1 куб меньше. В общем, куб сжегся за это время, поддержание тепла вполне нормально, то есть достаточно экономично. Старая плита. Про эту стенку я говорил в коридоре, вот по этот шкаф, то есть у нас идет холодная комната, мы вот здесь будем как раз-таки ставить дверь с той стороны, а вот это вот все пространство сносить. Вход у нас останется здесь, тот вход, который у нас был, мы его заделаем, этот вход. И здесь будут у нас стоять холодильники, а здесь будет стоять круглый стол. В общем, планов много, как мы их осуществим, пока не знаю. Поэтому вот, пожалуйста, обзор дома. Всем, кому понравилось, ставьте лайк, не понравилось, ставьте дизлайк. Пишите свое мнение о нашем доме, ну и, соответственно, можете попробовать угадать, сколько он нам вышел. И как вы думаете, еще сколько мы денег потратим на то, чтобы его привести в божеское состояние? Потому что текущее состояние достаточно сельское, очень не очень нам нравится внешне. Ну, как будто бы в гостях у бабушки. В гостях у бабушки, конечно, хорошо, но хочется, чтобы было свое. Поэтому всем пока!